ожидания сегодняшней игры? Сложная игра с печальным концом, к сожалению. Мы старались, мы в третьем периоде пытались переломить ход матча, забить. Весь период атаковали, но, к сожалению, сняв вратаря, мы пропустили. Нужно было использовать свои моменты и выигрывать матч. Что случилось? Прошедшая игра тоже была несколько неудачной, сегодняшняя? Где-то не хватает в реализации большинства. Вот, но мы над этим работаем. И я думаю, будем забивать и будем выигрывать. Как настроено готовиться к следующей игре с Ладой? Мы все игры готовимся только на победу. Хотим все-таки радовать своих болельщиков, особенно у себя дома. Но, к сожалению, хоккей – это такая игра, где многое решает удача. И, к сожалению, она не на нашей стороне.